Ради Хабиров поддержал предложение сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрея Назарова по внедрению стандарта безопасности ведения бизнеса в Башкортостане. Об этом стало известно на заседании Инвестиционного совета правительства республики. По данным Уральского центра мониторинга и аналитики, по состоянию на начало 2019 года 71% опрошенных предпринимателей республики за последние несколько лет не заметили улучшений с точки зрения безопасности и комфортности ведения бизнеса. Для привлечения граждан в бизнес-сообщество новый стандарт предполагает работу в регионе Третейского суда, который упростит конфликтные ситуации и создание комиссии по мониторингу обоснованности контрольно-надзорных мероприятий. Надо проработать эти предложения. Да? Насчет календарный тоже план тоже очень важно, чтобы мы тоже понимали, что делаем. Где-то тоже на следующий год у нас должно быть ясное понимание. Проработайте, пожалуйста, тогда мы в решение инвестсовета мы это включим для того, чтобы это было реализовано. Кроме того, по словам сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрея Назарова, в Башкортостане необходим дополнительный апгрейд по улучшению инвестиционного климата к уже существующим инструментам. В республике уже действует Центр общественных процедур, уполномоченный по правам предпринимателей «Инвест-часы». Некоторые позиции здесь требуют дополнительные улучшения или усиления, или повышения эффективности. Да? Например, институт уполномоченного, на наш взгляд, здесь требует перезагрузки в Башкортостане, потому что он, в общем-то, есть, но работа его пока не так видна, как нужна быть. А с точки зрения направления безопасности бизнеса, это все-таки ключевой игрок. Добавлю, в республике проведут аудит эффективности действующих институтов поддержки до конца текущего года. Кроме того, в планах пересмотреть и объекты инфраструктуры для привлечения инвестиций, создать в Ишимбайском и Стерлитамакском районах первую особую экономическую зону, а также развивать технопарки и бизнес-инкубаторы. Помимо текущего стандарта, в течение 2019-го планируется внедрить муниципальный стандарт ведения бизнеса для последующего рейтингования городов и районов, а также провести с опорными предприятиями республики переговоры для усиления их партнерства с малыми и средними компаниями.